Удобная интерактивная афиша, аудиодуша, рассказывающая посетителям интересные факты об экспонатах, виртуальный словарь искусства. Самарская детская картинная галерея заметно преобразилась благодаря новому техническому оснащению. Ольга Орлова вот уже несколько лет регулярно посещает галерею вместе со своими детьми. Отмечает, что теперь поход в музей стал гораздо интересней. Я считаю, что сейчас действительно молодежь, она отдаляется, к сожалению, от музеев к гаджетам. Поэтому присутствие гаджетов в музеях очень хорошо скажется, мне кажется, на том, что они сюда будут с интересом приходить, дабы посмотреть, а что такое есть тут. В условиях всеобщей цифровизации музеи стремятся идти в ногу со временем. В работу внедряется все больше современного и зачастую дорогостоящего оборудования. Национальный проект «Культура» призван помочь в приобретении необходимого технологического оснащения. Хочу сказать спасибо, что именно в 2022 году Министерство культуры Самарской области, а затем Министерство культуры Российской Федерации поддержали наши заявку, действительно позволили приобрести нам значительное, интересное и важное для музея оборудование. В самом музее у нас появились такие современные вещи, которые позволили разнообразить, условно говоря, палитру музея, не мешая и не искажая его интерьеры. Музеи призваны не только показывать историю, но и бережно ее хранить. В рамках нацпроекта «Культура» для качественной работы фонда Самарской картинной галереи также закупили специализированное оборудование. Мы очень довольны, что получили такое оборудование, потому что мы его очень-очень ждали. На самом деле это очень-очень нужно каждому музею. Мы получили сетки для хранения живописи. Термогигрометры специальные тоже были получены. Планетарный сканер. Почему он называется планетарный? Там встроена камера, которая фотографирует на расстоянии. Хранение музейных экспонатов – дело не из простых. Ничто не вечно, поэтому условия должны быть идеальными, вплоть до температуры и влажности воздуха. На сегодняшний день новое оборудование активно используется в залах музея и в работе сотрудников фонда. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.